Мини-футбольный клуб «Газпром Югра» не смог взять максимум очков в матчах с «Динамо». Команда из Югорска смогла выиграть лишь одно противостояние. В Самаре состоялись два матча в рамках российской суперлиги. Первая игра для подопечных Владимира Колесникова сложилась удачно. Наши футболисты еще в первом тайме сняли все вопросы о победителе, забив три безответных мяча. Во втором тайме «Динамовцы» сократили отставание в счете, а матч завершился со счетом 4-2. Вильян. Удар по воротам. 3-2. Смотрим на повторе, как же это произошло. И вот еще раз смотрим. Вильян смещается в центр, бьет по воротам. Во втором матче хозяева, проделав работу над ошибками, смогли реабилитироваться. На мяч Андрея Панкратова в первом тайме «Динамовцы» ответили двумя взятиями ворот. Во втором же игровом отрезке хозяева паркета забили еще три мяча. Югорчане на это ответили лишь дважды. Итоговый счет 5-3.